Здравствуйте, друзья, с вами я, Коннор2001, это 35-й выпуск про мой город в Майнкрафте. Сегодня у нас, друзья, более насыщенное обновление, тем более повыше, то есть чуть побольше, чем... Ну, зато лучше, будет лучше, чем ничего. Да, друзья, очень. Первое обновление, вот такая вот маленькая, бесплатная автостоянка здесь, или парковка, в общем. Тем более, что она бесплатная, тем более без... То есть можно запарковаться без оплаты, да. Типа нифига не плачешь, например, за то, что типа стоишь на стоянке, и все. Тем более въезд за саму автостоянку с этой стороны и с другой стороны, с другой, с двух проезжих частей. С правой и с левой проезжей части, да. Вот так. Так, второе обновление, это у нас памятник Советскому Союзу, то есть Союзу Советских Социалистических Республик. Кстати, он такой в моем городе, в Челябинске, тоже стоит, но, однако, он выглядит просто немного по-другому. Там просто сам герб СССР, серп и молот. А у меня вот просто вот надпись «Союз Советских Социалистических Республик», герб СССР и флаг Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Только потом она стала Российской Федерацией. Которая там бело-сине-красный триколор. Ну и третье обновление, но уже чуть побольше, это у нас торговый центр, торгово-развлекательный центр «Зеленка». Почему «Зеленка»? Потому что она сделана из лаймовой керамики. Именно вот из этой керамики она и построена вот так. А, ну еще и светло-серая вот крыша. Так, вот торговый центр «Зеленка», вот написано. Так, вот сделан на 4 сектора разделено. Двухэтажное здание. Так, у нас здесь вот магазин одежды «Зигзаг удачи» или «Секонд-хенд». Вот. Касса и одежда. Одежда, обувь. Ну, это «Секонд-хенд». Даже у нас такие вот стойки информации здесь хорошие и склады. Дальше у нас магазин Fix Price, ну такой вот небольшой, конечно. Смотрите, как красиво отсюда смотрится. Так, ну и дальше у нас типа как турник, проход. Дальше у нас касса самообслуживания, 4 кассы таких вот. Честно скажу, мне просто лень делать обычно. Во-первых, они слишком занимают слишком много места свободного. А во-вторых, с кассой самообслуживания поудобнее. Я в предыдущих выпусках рассказывал, когда я снимал про магазин «Вид», дискотеку, бассейн и жилые дома. Да. Что было в 32-м выпуске. Или даже... Хотя нет. Слушай, просто не помню нумерацию. И дальше у нас кассы. То есть, фу, какие... Кто такие кассы? Это, естественно, полки с товарами. Хотя, честно, в фикс-прайсе имеется чуть поменьше продуктов питания, но зато... Но зато продаются такие устройства типа USB-вентилятор, который... Фонарики, ручка, типа, вместе с стилусом, ручка-стилус и другие девайсы, ну и в том числе строительные материалы, там, строительные материалы и еще, естественно, химия. Большую часть занимает именно строительные материалы, устройства девайсы и меньше это продукты питания. Ну зато хотя бы подешевле в магазинах. И здесь у нас тоже склад. Так. Ну, а здесь вот уже самое интересное. Это у нас детский парк развлечений. Хотя это просто секция такая вот. Просторная. У нас типа настольный хоккей. То есть, фу, какой хоккей? Баскетбол. Да. Здесь как бы баскетбол настольный, а здесь хоккей вот такой вот. Так, дальше у нас жетоны. И
Либо тут такой. Хотя он выглядит так себе, потому что он не очень рабочий. Тем более, что он не очень рабочий. Ну, зато на втором этаже есть балкончик. Чтобы можно было посмотреть отсюда. Так. Здесь тоже склад. Дальше у нас магазин «Сады России». Ну, тут ничего особенного. Типа саженцы продают, растения в горшках. И все такое, в общем. Мухоморы. Нафиг это злит. Отпусти меня, блин! Так, и канцелярский магазин. На самом деле ничего особенного, лишь только там продаются канцелярские товары. Клей, клей-карандаш, клей-ПВА, бумага, А4, снегурочка. Кстати, самая популярная торговая марка в городе, это торговая марка, которая офисная бумага А4, это снегурочка. И тоже склад, больше ничего особенного. А, ну еще флажок и голова зомби. Я приду. Так, друзья, ну что ж, друзья, на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте писать мне идеи, пожалуйста, хотя бы почаще пишите мне идеи. И да, друзья, я забыл сказать, что я еще скопировал две свечки, два жилых дома свечки. И население увеличилось до 7060 человек. Хотя, если честно, тут должно быть 7650. Ошибка стала ошибкой. Ну ладно, друзья. Спасибо всем за просмотр и всем пока. А также, друзья, я хотел вам спросить у вас, создавать ли частный сектор? Если да, то пишите в комментариях просто частный сектор. Если нет, то ничего не, то не пишите. Вы можете дать знать мне. Ладно, на этом все. Всем пока.